Лен, у тебя есть любимый молодой человек? Честно говоря, совсем недавно я встречалась с замечательным человеком. У меня был молодой человек. Но, к сожалению, мы поехали отдыхать вместе, и там решили, что мы друг другу не подходим. Вот, поэтому сейчас я нахожусь в свободном состоянии. Возможно, мне кто-то нравится. Я не скажу, кто. Есть человек, который мне нравится, но я пока не делаю никаких действий для того, чтобы быть вместе, потому что я